Виктор Томенко посетил несколько промышленных и социальных объектов в Благовещенском районе, в частности, стройплощадку нового котельного цеха ТЭЦ «Кучук-Сульфата», а также прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Топчихинской ЦРБ. Напомним, за последние два года больница потеряла порядка 30 медработников. Врачи на условиях анонимности рассказали корреспондентам Политбюро, что основная причина увольнений заключается в поведении главного врача ЦРБ Константина Зиновьева. Из-за неприязненных личных отношений руководитель якобы создавал условия, чтобы сотрудники писали заявление об увольнении по собственному желанию. По мнению самого главврача, причина увольнений специалистов в низких зарплатах. По его словам, медучреждение сейчас остро нуждается в анестезиологах, реаниматологах, хирургах и неврологах. В Рио губернатор Виктор Томенко обещал разобраться в причинах сложившейся в крупной ЦРБ ситуации. Есть сигналы, будем их проверять. Сигналы обязательно будем проверять. Есть, и если там где-то у нас сбои произошли, будем восстанавливать. И справедливость, и порядок, с другой стороны. Порядок тоже должен быть. По этому конкретному вопросу будем заниматься. Министерство получит свои поручения от меня.